Следующее. То есть день рождения все понятно, хорошо, но вчера вот случился еще один замечательный момент в моей жизни. У меня дочь закончила школу, получила аттестат, и теперь вот как бы является взрослым человеком. Я вчера присутствовал на выпускном вечере, очень доволен. Так что предлагаю поплотить. Сыграю небольшой такой музыкальный фрагмент в честь этого события. Спасибо. Итак, музыканты. Дмитрий Тюрин, барабаны. Мы очень давно знакомы, еще играл в группе Тима Скроу, это было еще очень давно. Вот он. Дмитрий Тюрин. Юрий Новгородский, гитара. Дмитрий Толпедов, тромбон. Доптин у нас еще сегодня заявлен тоже. Сегодня будет праздник вообще двойной, потому что мне всегда была мечта сыграть с настоящими аналоговыми инструментами 70-х годов, ну, некоторые даже 60-х. Это вот Honor Clavinet, Fender Rhodes Piano, да, и вот Hammond Орган. Правда, немножко в цифровом виде, но тоже, в общем, как бы очень круто. Поэтому сегодня будет зашибись. Вот. Еще у нас есть специальный гость, который поможет мне в трех пьесах, потому что я там буду якобы солировать. Это Ирина Зарубина, контрабас. Попросим. Человек, вот мой товарищ, вот, который все время говорит, что я уже лет, не помню сколько он говорит, там, играю одни и те же песни. Вот, как бы, ну нет у меня других, я бы сказал. Приходится играть эти. Тем более, что я один раз ее играл, там, наверное, может быть, на Баздыев в 2006 году, но он часто говорит, что я каждый раз упорно их играю. Вранье. А говорят, тромбон отсутствует, как класс. Маленькой технической. Что надо сделать? Педальку нажми. Вот так вот. Саундчек был лишним. Вы его не слышите, я тоже.
свист, поэтому надо уши, наверное, мне кажется, зажать. Да? Был же звук, ты куда же он делся? Мне кажется, это звук. Пришло. Замечательный солист. Давайте ему поаплодируем. Потому что все ноты, по которым мы сегодня играем, написал он. Он руками. Да, музыку он написал, к сожалению, я. Так, если он написал, может быть, было все по-другому. Thank you.
Там все нормально за это, да? Комфортно, звук все. Не громко. Мало ли, громкие ребята. Все ломается. У меня есть, но она там, в этом, возьми у меня. Странные смыши у них какие-то. Чувствуется. Нет, все хорошо. Они говорят, что к деньгам там что-то приснилось. Они просто могут в микрофон сказать, что мне приснилось. Но скажут, что к деньгам. Еще я катался на трамвае. В противоположную сторону, естественно. Опаздывал. Thank you.
большое. Ирина Гаранская, гитара. Еще раз Николай Добкин. Клавишные инструменты. Дмитрий Толпеда, трамбон. Дмитрий Тюрин, барабаны. Ирина Зарыгина. Волшебный контрабас. Сейчас мы исполним пьесу, которую никогда, несмотря на утверждение моего товарища, не исполнялась. Может быть, он порадуется сейчас. Называется «Джонни». Ну, у меня все с названиями всегда история странная. Почему не понять? То, что показалось, что похоже, аккорды, бла-бла-бла, не важно. Типа что-то да, не, ну надо же как-то. Люди любят, чтобы надо рассказать историю. А то вышел, помолчал, ушел, не интересно. Ну, типа это вот посвящение Джонни Митчеллу, не знаю, с какого-то эпохи, но сейчас попробуем изобразить.
нами сегодня. Премьера как раз замечательного инструмента под названием Honor Clavinet. Вот, мы принесли буквально за 5 минут до концерта. Настроить успеет. Да, сейчас что-нибудь мы как раз в таком духе изобразим. Называется «Восточный фанк». Дмитрий Тюрин, барабаны. Oh,
чуть-чуть добавить там музыка. Спасибо. Сейчас хочу пригласить еще одного специального гостя на сцену. Гитарист, мультиинструменталист, в смысле на одной гитаре делает все. Это Александр Радовский. Попрошу
Александр Адовский. Маты чародеи. Александр, ну я тоже.
звучит ансамбль. Антон Радуска у нас остается, он тебя приковали, кстати. Юрий Новгородский, похлопайте, он пошел. Без названия. С названием беда, называется просто новое и все. Thank you.
Thank you.
большое. Это был Александр Радовский, практически часовый исполнил эту песню. Давайте скажем спасибо за то, что он пришел. Саша, спасибо тебе огромное, что всегда со мной играешь, да? И очень тоже было приятно. Сейчас мы сыграем последнюю песню перед перерывом, потом будем жестко бухать. Постоянно меняется концепция исполнения на ходу. Пытаемся облегчить себе жизнь. Thank you.
большое. Спасибо, Лола. Спасибо, да. Спасибо большое. Очень радостно, что вы все смогли прийти, послушать все это, послушать. Очень надеюсь, что вам понравилось. Спасибо моим музыкантам, которые это мужественно пережили. Юрий Новгородский, Николай Добкин, Дмитрий Толпинов, Дмитрий Цюрин. Вот где-то здесь Ирина Зарукова была, не знаю. Контрабасы и контрабасы. И Александр Радовский, человек оркестр. Все это тоже помогал. Спасибо вам всем. Сейчас перерывчик, если здоровья хватит, мы устроим здесь адский джем. А вот сейчас товарищ скажет речь. Но это ко мне никакого отношения уже не имеет.